Thank you.
Прямо она? Прямо-прямо.
передние это. Блин, а тебе вот это не поесть теперь. Может, попробуем? Что? Спроси, что это. Да драник. Да нет. Смотри, какая картошка классная с курицей. Парк делают. Несколько дней уже позеленело так сильно. Тысячу мелочей нам еще надо. Идем сходим.
До свидания. Хороший магазин. Хорошо, что он тут есть. Каскаде посмотреть, кто там выступает. Так-то в таком месте дом, да? Он какой-то он панельный, что ли, из чего?
Пойдем к Ксюме зайдем. А? Пойдем к Ксюмешный магазин зайдем. А сколько сейчас сутки в гостинице стоит? $100. Пойдем, свет. Взять машину просто с экскурсией мы не понимаешь сколько можно контента вывозить без машины просто приезжаешь в город снимаешь гостиницу делаешь обзор на город. Как-то относительно недорого. Куда пойдем? Где-нибудь дом будем? Что? Пойдем в магазин Вега или Зигзаг. Смотри, зигзагами это будем. Можно не выдумывать, вот так пойти, да и все. По дворам прям.
here as well. Все включили. Успели? Thank you.
Улицы интересные, если там какие-то заведения. Интересно. Свечки. Хоть магазин свечек. О, сыр. Здравствуйте.
Смотри, какой павильон красивый. Будем печенки наконец-то со сливочным маслом есть. Подожди. Дай сюда, пойди. Давай, давай. Бомж. Что там?
какой-то вот такой, знаешь. Понятно. А, у тебя деньги есть? Наличные. И вот закрученная вот эта. Возьми, возьми одну. Место хорошее. Постоянно в очереди. Какая-то кофейня, да? Thank you.
Mm-hmm. Пешком пойдем? Надоело уже. Я могу, знаешь, как завтра сделать? Считай, в 10 часов ты только там туда-сюда, а мне уже к 10, то есть она в 9. Mm-hmm. Вот. Ты в дом посиди, там полечишься, а я все сделаю и приеду, да и все, или приду. Че, он потом дома будет сидеть? Ну, почему нет? Это по себя придешь. Да. Не каждый же день этой марафоны устраивать. Да? Нет, как вариант. Может. Но мне кажется, неплохой.
Neredesin? Можем на чаек остановиться тут и не посидеть. Нет. Точно? Че, так уже? С пацанами? Подожди секундочку. Ich kann es nicht mehr verstehen.